Здесь M&M's, кусают M&M's. А то как ходишь каннабализм? M&M's, мобализм. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Значит, сразу мы попробуем два десерта. Карамельный и тирамису. Но это похоже, например, тоже, если батон положить и размочить в карамели или в молоке. Отличный вывод. Эксперт. Один стакан, эксперт второй стакан. 280 калорий, офигеть как много. Это может быть. Всем привет, вы на канале. My life. New life, it's my life. Okay. Да? Почти угадали. Наша жизнь в Америке. New life, it's my life. Отлично. Вот, и сегодня у нас вот такие вот детские гуми-витаминчики, их здесь 300 штук. Что тут про них-то написано, где чего. Номер один среди гами-витаминов. Так, вот каких они будут вкусов. Не добавляли сюда никаких подсластителей. Нету никакой синтетики. Нет сиропа, нет глютена и молока. Так, и в общем, вот какие они витамины содержат. Так, и что у нас здесь, давайте глянем. Ну, наверное, такая же беда. Банка круглая и отсвечивает. Что-то можно посмотреть, сможете сравнить, если у вас такие, я думаю. Вот. Ну давайте откроем их. В общем, на банке нарисовано, какие есть вкусы. Типа вишневый, апельсиновый, блюбери, страубери и ананас. Я порылся в банке. И я вот не знаю, это они в принципе такие бывают. Или в одну банку попадают, или нет. Но вот здесь вообще Мишка держит три вида. Скорее всего, наверное, бывают разные банки с разными вкусами. Потому что... Я потряс хорошенько банку и нашел вот три таких мишки. Катаринка, давай их дели пополам. Три мишки, мы их сейчас разделим пополам. И каждый определит вкус. Я опять же дам каждому. А ты, может, по одному разрезай, зайка, тебе от удобно. Голову. Да. Разрежь их пополам. И я буду детям давать, и они будут определять. Так, первый пошел. Осторожно. Аппаратуру. Так. Давай другого. Ты не хочешь, но голову хорошо отправить. А мы такие пробовали? Нет, 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 Катаринка, так не надо. Нет, нет, просто вот, да, пили его, вот так режь. Положи, надави и режь. Да. Нет, зайка, не так. Держи мишку. Не бойся, возьми его руками. Возьми руками, не бойся. Так, вот так его. Раз. И вот так вот. Оп. Okay, okay, понял? Понял? Попробуй с другим. Антоша, прекрати тащить M&M's. Зарезала? Отлично. Закрываем глаза. Я вам даю кусочки, вы определяете вкус. Мы даже не знаем, как они самые интересные. Так, конечно, не знаем. Давайте глазки закрываем. Ага, подожди. Ты рот очисти от M&M's. Шоколадный человек. А то-то никогда не успеется. А там опять бегает, я думаю. Давай. Так, тебе. Тебе. Разжевывайте, рассасывайте, определяйте и дайте мне, у кого какой вкус. Мес два. И один M&M's. Так, вы можете открыть глаза и сказать мне, что вы чувствуете. Я чувствую, что это оранж. А ты какой чувствуешь? Я тоже думаю, оранж. Оранж? Так, давайте дам следующий. Это оранж. Первое решение самое правильное, Катаринка. Закрывайте глазки. Так, давай, Антоша. Первый пошел. Катаринка. Второй пошел. Жуйте, открывайте глаза. Pineapple. По-русски?
Ананас. Красавчик. Но это не значит, что ты правильно понял. Я говорю красавчик, потому что знаешь. Катаринка, можешь... Ты, типа, это правильно? Открыть глазки. Какой вкус ты находишь? Не знаю. Не знаешь? Антоша, куда ты побыл? Ну, давайте еще один попробуем, и тогда ты решишь, может, проще. Ничего. Давай, закрывай глазки. Ам. Ам. Открывайте глазки. Ну, давайте, какой был третий вкус? Так мы второго. Так мы второго. Второй был правильный. Я сейчас скажу, пробуйте. А то как я тебе скажу, подскажу. Но не томите. Антоша? Твое, так сказать, резюме? Черри или... Страбери. Отлично. В общем... Пожил. Ну? Окей. Okay. А какие я загаю? Хорошо. Я говорю пайнапл и... Я думаю, Orange. Вот этот твой был черри. Ну, вы знаете, я скажу, задание достаточно серьезное и сложное. А, кстати, я вот нашел, наверное, третий вкус. Вернее, четвертый. Сейчас я его покушаю. That's hot. Так, а мы второй поправили? Окей, я думаю, мы второй... Эй. Бери, не бойся. Окей, подожди. Вы знаете, я скажу, задание очень сложное. Если бы мне дали... Давай попробуем. То я бы не разобрался. Давай попробуем. А я их и так ем. Нет, лучше всех не попробовать. И мало понимаю. Даже смотреть на них я не понимаю. Этот пайнапл, оранж. Ну... Надо посмотреть через них не скажу. Во-первых, что я хочу сказать, что они очень резиновые. Они rubber. Чтобы его проживать... Надо постараться. Мне оглотить. Надо постараться. А учитывая, что он тоже брейсисы, так у него вообще проблемы. В общем... Я просто одну часть оторву. Ложу сюда. И просто глотаю. Я точно так же. Их разжевать как хлеб очень тяжело. Они очень-очень резиновые. Это первое. Второе, что по вкусам, я думал, что Антоша все угадал правильно, а Катаринка не угадала. Я уверен. Типа первый... На последнем я уверен, что это было... Я думал, что первые угадали дети правильно, потом Антоша правильно, а Катарина неправильно. Сейчас, когда я съел три вкуса, то я честно скажу, что они очень мало имеют общего с ананасом, апельсином и тем более вишней. Да, очень тонкий вкус, поэтому если Антоша угадал правильно, то он может быть дегустатором. Иди, Антон, выходи с нашего. Вот. Ну, я честно говорю, что я, в общем, съел три и очень далек от того, что какой-то вкус более ярко выражен. Ну, по три можно скушать, за это не проблема. Поэтому победила дружба. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Лайк обязательно для того, чтобы мы видели, что вам это видео понравилось, чтобы мы знали, стоит нам делать новое или просто все съесть. Не пробовать и не рассказывать. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». До встречи в интернете. Увидимся в новом видео. Bye-bye.